А чё, почему вы машину продаете? В кризис же, хочу поэкономичнее взять, новую. Да, я наоборот из этих же соображений решил ваш фит-то и взять. Экономичная, говорят, машина. Ну, фит вообще экономичная, Honda она вообще экономичная. Ну, это, у меня тоже экономичная была, но сейчас масло жрет, блядь, бензин в трубу. Ага. Ну, и запчасти считай. Ну, а чё, часто ломается, что ли? О, постоянно, 2 дня езжу, 3 чиню. Ага. Да вообще постоянно, честно говоря, ломается. Я одно время пытался ее восстанавливать, потом хер забил, думаю, пускай новый хозяин мучается. Ну правильно, с рук брать это всегда риск. Конечно. А что, аварии были? Я думаю, да. В смысле думаешь? Ну, в смысле, я же ее тоже с рук взял, считай, на разборке за копейки. Ну вот, к примеру, видишь, пальцы лезут аж под капот, он неровно, скорее всего, мененный. Ну и сорванные были еще эти ремни безопасности. Скорее всего, авария серьезная была с трупами. Потому что еще неделю воняло, я пока в химчистку не загнал. Ну правильно, правильно. Ну. А че, машинка-то много наездила, нет? О! Конечно! И в хвост, и в гриву я ее. Все соки выжил с нее. Двигатель вообще ни хера не тянет, блядь, дымит, как сумасшедшая. Ну странно в объявлении, это небольшой пробег указан. Ну так я смотал. Сейчас все так делают, чтобы подороже продать. Ну правильно? Ну. Че, дурак свой хоть найдется? Конечно, найдется какой-нибудь. Ну. Че, будешь брать? Ну думаю, да. Сейчас то какие-нибудь коцки найду, чтобы ты цену-то еще скинул. Ну конечно, я с этим запасом ценник-то и ставил в объявлении. Но... Ну а что долго ходить-то? Вот смотри, порог-то прогнивший полностью, можно пальцем проткнуть нахер днище. Я же ее годами не мою. А сейчас дороги всякой херней посыпают. Вообще хер знает, что тут на чем держится. Блин, ну ты-то цену-то скидывай. Так я скину 20-ку. А на ремонт сколько у меня уйдет? Ну 1060, наверное. А так несправедливо получается. Ну так я ж тебя нахуй. Ну правильно. Ну. Ну. А что-то стоек-то вообще нет. Ну? Может, яму на диагностику? Ой, не порти себе настроение. А что, все так плохо? Хуже. А-а-а. Ну? Что-то лобовуха-то вся в трещинах. А ты печку в мороз не направляй на нее, и новых трещин не будет. А-а-а. Молдинга нет. Ну, это же не ходовая часть, купишь. А что-то вмятина, я гляжу. А эта корова копытом легнула на сюда, в бок, но. Ну-ну. Но у меня такое ощущение, что ты ничего-то не договариваешь. Ну, самую малость. А-а-а. Ну ладно, буду брать. Ну, давай. Чё? Держи. Ну. Поздравлять не буду, покупка так себе, я тебе скажу. Ага. Я, если что, звоню? Конечно, звони, я же симку-то поменяю. А, ну правильно. Но. Ну давай, все. Что-то не заводится! Так это, бензин-то я слил под ноль. Ты чё? А лампочка чё не горит? Так она сгорела уже давным-давно. А-а-а. Ну. Ну ясно. Ладно, всё.